Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Vezel 2014 года. В белом цвете бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 131 лошадиная сила. АКПП, передний привод, имеется спойлер, парктроники. Литые диски, хорошая зимняя резина, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 71 тысяча километров. По салону темный красивый ухоженный салон, ткань не прокуренный. Электроручник, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, режим экон, система курсовой устойчивости, подогрев зоны дворников, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 102, 98, 102, 103, 92. 94, 104, 105, 95, 95, 115.